Церемония официальной встречи президента Республики Узбекистан состоялась на площади Дворца нации, которая была празднично украшена в честь приема высокопоставленного гостя. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, тепло и искренне встретил президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирзиёева, и пригласил его на почетный подиум. Церемония встречи продолжилась рапортом командующего почетным караулом, исполнением государственных гимнов двух стран, прохождением глав государств перед почетным караулом, выражением уважения высокопоставленного гостя к государственному флагу Таджикистана, знакомством с официальными делегациями обеих сторон и завершилось торжественным маршем подразделений почетного караула перед главами двух государств. В соответствии с установками церемонии государственных визитов в честь президента Республики Узбекистан из пушек был дан 21 залп. Барестикбол! Азбайн! Омода! Бош! Джаноби Оли, президент Джумхури Узбекистан, батальон караули Фахри, ва муносибати ташрифи давлатии шумо ба сарзамини Джумхурии Таджикистон саф ороста шуд. Командири батальони караули фахри подполковник Хофизода. Салам. Салам. Жанай. Председатель Мажлиса, премьер-министр,
руководитель исполнительного аппарата президента. Салавик, Мисал Панамин. Салавик, Мисал Панамин. Мисал Панамин.